маленькая экскурсия по предрождественскому Пуэрто-де-ла-Крус. Огородили часть парковки на набережной, оставили аттракционы. Веселье знает только платить денежки. Аттракциончики, знакомые нам с детства. Попробую сидеть на быке. Билет стоит 3,50. Весело можно попрыгать на батуте. Кто тут у нас? Это же Рагнар. Праздничное настроение, скоро Рождество и Новый год. Музычка. Везде играет музычка. Рестораны готовятся к ужину. Музыканты опять. Разные дешевые канарские сувениры. Не сказать, что дешевые. По еврику. Так необычно, да? Рождество с пальмами. Гастробар на Ифе, недалеко от парковки в Пуэрто-де-ла-Крус. Интерьер бара. Мы заказали несколько тапас. Это у нас первый из анчоусов с помидорами. Второе блюдо у нас фахитас, с картошечкой похоже. Короче, вот это рыбные палочки, это лук, это канарский сыр альмагротте, все очень вкусненько. Мы заказали замбурияс, это гребешки с сесиной, с говяжьим хамоном, выглядит очень вкусно и красиво. Мы наели на 23 евро. Вот цена блюд. В общем, смело можете заходить, брать любые тапасы наугад, даже если вы ничего не понимаете. Все будет вкусненько и интересно. В порту стоят три верблюда, много иллюминаций. Идем в сторону центральной площади. Это все, конечно, красиво, но мы не нашли еще елочку. Вместе со снежинками черненькие продают сумки. И на площади перед церковью тоже не оказалось елочки, зато много навязанных пальм. Забуксовал. Мы все продолжаем искать елочку в Пуэрто-де-ла-Крус. Вечерний океан. В Пуэрто открыли кондитерскую Дэвид Родригес. Заходите сюда поесть тортиков с кофе. Вот все, что мне удалось найти. Вертеп около полиции локаль. Так-то, конечно, красивенько и празднично в Пуэрто-де-ла-Крус. Ну, не знаю, пальмы есть, шары есть, а елку я так и не нашел. О, нашел небольшую елочку. И такую красивую елочку тоже нашел.
такое красивое кафе. Как мило. Не забывайте поставить мне лайк и подписаться.